капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. В швейцарском городе Зюрихе жил Владимир Ильич Ленин. Маялся вслед за снежной кукольной декорацией. Играл на бильярде в новом кабаре Вольтер и слушал, как сумасшедший румын кричал, будто по-рации. Поезд мчался на север, страшную страну Россию. На верхней полке Владимир Ленин писал о прелестие эти. А ложечка в стакане, ставленная Инессой, ранее звездного, то ли колеса ее грустных вам. Бурлил народом, хоть и пасхальный был понедельник. Играл оркестр Марсельез, не выучил еще интернациональ. И выйдя на перрон вагона, Ленин на вопили на весь Балтийский флот. Да-да, 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 ура! Да-да, 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 ура! Да-да, да-да. Пока их русский миллион унесло в чемодане место, ястребы, а не были, был бы тяжелым 18-й год. И когда ты едешь, как голова, не забудь улыбнуться броневиков и кепки Владимира Ленина, может, дал ее молодой твой дед. Да-да, да-да, да-да. Да-да, да-да, да-да.